Наш клуб и федерация, вообще мир, сделаем все, что мы можем. Вот соединим вас со всеми вот ассоциациями для того, чтобы ваша успешность экспонировалась, потому что это наша задача. Поэтому, конечно, большому кораблю большое плавание. Сергей Васильевич Тищенко. Коллеги, я всех приветствую вас. Если есть какие-то вопросы, задайте, пожалуйста, я буду отвечать. Считаете ли вы, что вот ответственность сегодня действительно важное качество? И как современных лидеров, особенно мы находимся в год все-таки предвыборный, и в очередной раз вот у нас выборы все-таки в парламент, в Государственную Думу, как обеспечить приток новых политиков, новых лидеров, которые будут обладать этой самой ответственностью? Как вы практически это видите? Ну, во-первых, это чтобы была честность, также воля служить народу. Вот, это самые такие качества, которые должен обладать лидер. И чтобы народ доверял лидеру. Лидер никогда не должен ошибаться в государственной службе, потому что это ведет к крах людей, может даже империи. Мой лидер, я считаю, что это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мировой даже, можно сказать, лидер. Почему? Потому что он остановил войны, всемирные войны, которые были или хотели где-то начинать, то Российская Федерация это остановила. Как вам видятся перспективы после выборов, после проведения выборов, какие перспективы в России, на ваш взгляд, оживление экономики? Наверное, самый важный сегодня сектор – это сельское хозяйство, чтобы у нас были свои продукты, чтобы у нас была продовольственная безопасность. И как вам видится, есть ли у вас лично, у самого надежды на то, что у нас будет оздоровлена экономика, чтобы мы начнем реально расти, динамика начнется? Надежда, она всегда у меня была надежда, уверенность в Россию. Экономику у нас развивается очень хорошо, экономика по сравнению с Советским Союзом, то у нас более глобальные вопросы, также инвестиции в Россию, и развиваем Дальний Восток, Сибирь, то есть у нас все пока идет по поставленной задаче президента. Отлично, согласен. Потому что Дальневосточный форум нас ожидает, согласен. То есть надежда на это есть. Федерации за всеобщий мир, которая имеет генеральный консультативный статус в ООН, награждается Сергей Тищенко. Сергей Васильевич Тищенко, давайте. Спасибо огромное вам. Да. Спасибо вам за сертификат посла мира. Для меня это высокое звание, и надеюсь ее оправдать.